«Цвет сердца» – так называется спектакль-концерт, посвященный Дню Победы. На сцене участники вокально-театральной студии «Драгоценности» и ученики 7-го лицея. В программе военные песни, дуэты, трио, квартеты и художественные произведения. Чтобы представить зрителю такой многожанровый концерт, проделали большую работу. Мои дети от 4 до 18 лет, они все поющие, танцующие, вы их увидите. Они подготовили большую разнообразную программу. Мы очень много пересмотрели архивных материалов. Все будет как бы на видео построено. Концерт сам по себе объемный, красивый, и в конце будет великий майский вальс. Следует отметить, что в последние годы очень большое внимание уделяется воспитательной работе. Очень рада, что в нашем городе работают такие специалисты, как Мария Романовна Герасимова, потому что приобщение к тому великому событию, подвигу, который совершил весь народ нашей страны, это очень важно. Среди выступающих не только юные дарования, но и именитые артисты. Солист Московского театра «Новая опера» Артем Горнов исполнил песню «Горячий снег». Особенно трогательно пронзительные строки звучат из уст самых маленьких. Несмотря на свой возраст, они стараются передать весь смысл произведений. Не забывайте о войне, своим потомкам передайте. Как гибли прадеды в огне, вы подвиг предков не предайте. Спектакль «Помнит сердце» подарил зрителям самые яркие эмоции – от скорби и грусти до трепета и гордости. А закончили представление майским вальсом, слова которого знакомы каждому. Елена Тараненко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.